Здравствуйте, я решила сделать видео обо всех моих суккулентах и кактусах, когда они цветут, чтобы не делать отдельное видео по каждому. Но вот здесь уже последний цветочек, остатки роскоши былой. Если я вспомню, я напишу название. Это так называемый пасхальный кактус, не рождественский, а пасхальный. Я выпишу название. Как вы знаете, с кактусами и фаленопсисами я, ну, не заморачиваюсь по поводу названия. Мне подсказывают подписчики, или я спрашиваю у Оли с канала Flower Therapy. Она очень хорошо разбирается в суккулентах и кактусах. Ну, неважно, я просто покажу. Если вспомню название, конечно, напишу. Потому что в тот момент, когда я смотрю, я не могу вспомнить. Видите, какой красавчик? Рыжий-рыжий. Если я не ошибаюсь, это Rhypsodendron. Вот такой вот оранжевый. Красавчик. Видео я начинаю 18 мая. Ну и продолжу, пока будут цвести мои кактусы и суккуленты. К сожалению, я не успела заснять цветение лайфоры. Ну, возможно, она нам выдаст, а может быть на следующий год, но что уже поделать. Был маленький розовый цветочек. Здесь у нас вот такая вот красота. Вот он. Я подвину его немножко сейчас. Подвинула немножко и прервалось видео. Вот посмотрите, какая огненная красота. Если честно говоря, не вижу, что я снимаю. В этом году я его пересаживала. Бутонов много. Тут, разумеется, его кто-нибудь задевает. Падают у него вот такие вот отросточки. Это у нас, если я правильно помню, это Echinopsis hemicerus, если я правильно произношу. У нас был небольшой спор по поводу его названия, но, как я уже говорила, я не очень-то беспокоюсь о названиях суккулентов, кактусов и фаленопсисов. Они сами по себе прекрасны. Есть люди, которые гораздо лучше меня разбираются в названиях, в классификации суккулентов и кактусов, поэтому я не буду спорить. Я соглашусь с мнением знатоков. Но вот это, если я не ошибаюсь, пародия распустилась. У нее много-много бутонов. Я не знаю, успею ли я заснять, когда будет несколько цветочков в распуске. Поэтому снимаю пока один. Вот такая солнечная красавица.